У Оксаны Скобариной сегодня, можно сказать, праздничный день. На днях она погасила ипотеку и пришла в МФЦ, чтобы сдать закладную и снять обременение. Уже через 3 рабочих дня услуга будет оказана. Рассказывает, что в многофункциональном центре бывало уже не раз, и всегда быстро удавалось осуществить здесь все, что запланировала. Ранее пользовались услугами, паспорт заграничный оформляли, прописка, выписка и оформление договор купли-продажи, выходили на сделку в 2019 году. Мне нравится очень вежливый персонал, срок исполнения всегда вовремя. На сегодняшний день в многофункциональном центре оказывают 345 услуг, 217 из которых можно оформить прямо из дома. Ежедневно во всех 4 офисах в городском округе обрабатывается около 2000 заявок. Сотрудники МФЦ помогают жителям их грамотно оформить. Вопросы, которые возникают у посетителей, у заявителей нашего МФЦ, мы стараемся всегда помочь. Принять нужное решение, отправить заявление ведомства, правильно составленный документ и, соответственно, вместе с заявителем ждем результата положительного из ведомства, который потом выдается заявителю на руки. Спектр услуг постоянно обновляется. Так, с 1 октября начался прием граждан, которые хотят заявить о статусе безработного. Ранее это можно было сделать в центре занятости. Также вскоре заработает биометрическая кабина, с помощью которой можно будет сделать загранпаспорт нового поколения на 10 лет. И это еще не все. Кроме того, что мы, оказывается, начали услуги с 1 октября центра занятости, мы ввели дополнительный сервис 1 октября, по которому оплата государственных пошлин оказывается через посттерминалы непосредственно в окне, где находится наш заявитель. Ему нет необходимости посещать банки. Многофункциональный центр работает с 8 утра до 8 вечера, с понедельника по субботу включительно. Адреса и контактные номера указаны на экране. Из-за ковидных ограничений в период с 28 по 7 ноября включительно оказание услуг населению очно производиться не будет. Заявление можно подать в электронной форме на официальном сайте МФЦ.